Что для тебя КамАЗ? Это большие машины, где работают люди. Они строят. Это такой большой грузовик. Возит нужное и ненужное. КамАЗ – это где работает моя мама и где хочу работать я. Все это было так недавно. Февраль, морозный день, метель. Когда, качнув конвейер главный, как мать качает колыбель, не сознавая, между прочим, во что он жизнь вдохнул в тот час, простой парнишка из рабочих дал имя мне мое КамАЗ. Наш город на Каме красивым зовут. Здесь любят красиво, красиво поют. Здесь много красивых и смелых парней. И девушки наши всех в мире милей. Любить этот мир, любить его свет. За то, что в нем есть, за то, чего нет. Любить просто так, за то, что живешь. За то, что берешь и что отдаешь. Как отблеск молнии, сгорающей во мгле, как сердце стук, наполненное кровью. Пойми, что остается на земле, лишь только то, что создано любовью. Вечно с вами толковать бы рады, но всех ветра когда-то унесут. Запоминайте ж нас, пока мы тут, когда архивов и листать не надо. И от взаимной нашей теплоты мир вспыхнет вдруг взволнованной и зыбкой. И мы, сквозь ваши проступив черты, вам улыбнемся дружеской улыбкой. Отлично, у тебя как? Все хорошо, спасибо большое. Ребята, что значит для вас КамАЗ? КамАЗ – наша судьба. Время мчится, нет возврата, ни занять, ни отложить. Но оно нам дарит завтра, дарит дом, любимых, жизнь. Время наше – это люди, это чувства, радость, боль. Те, кого мы очень любим, то, что мы зовем судьбой.